8 мая в Клубе ораторов прошел мастер-класс Владислава Рассказова на тему «Архитектура публичного выступления». На этом заседании речь шла о структуре построения информации, о том, что импровизация в публичном выступлении невозможна, а иначе суть ускользнет от слушателя, и подготовленный текст станет всего лишь нагромождением фактов. Тренер по ораторскому искусству компании ArtSpeak рассказал и о секретах подачи информации, как заинтересовать аудиторию с первых же минут выступления и удержаться на этой волне. Попробовать свои силы в ораторском искусстве на мастер-классе смогли двое гостей клуба. Им было предложено сделать небольшие доклады на заданную тему, но ранее им неизвестную. Затем Владислав Рассказов проанализировал их выступление и указал на моменты, требующие доработки.